Как бы вам сказать-то? Вы знаете, я много чего в этой жизни видел. Я прекрасно понимаю город Магнитогорск. И оказывается, что в городе Магнитогорске есть специалисты экстра уровня. Да, это экстра уровень, потому что у нас в свое время была такая водка под названием «Экстра». И «Экстра» — это, в общем-то, из российского лексикона. Так вот, специалисты экстра уровня сделали такие вещи. Вы не хотите посмотреть? А я вам предлагаю зайти на улицу Ленина, 162, вовнутрь, и вы посмотрите, как все это дело сделано. Вам нравится перестройка? А мне-то как она грамотная нравится. Скажу честно, я не так часто езжу по городу и не вижу всего. Но тут маленький нюанс. Дело все в том, что это в аккурат напротив квартиры моего дяди. А я лох. Скажем честно, это здание в другом обличии я видел. Банки тут располагались. Мало того, с теми банками были отношения. И они удовлетворительно закончились. Потому что это ненормальные проценты. Но что реально поменялось? А сейчас подождите. Это все переделано. Все. Это все. Эта тема еще и более интересна в оконцовке. А концовка будет, вопросов нет. Но правило. Во вложении огромного потенциала и денег. И для кого? Для кого? Для будущего. Человек видит нашу сложность. А какая она? При общем количестве питания, почти нормального, мы жиреем. А я вам расскажу, что тренировка пресса – это не только кубики, но и общее оздоровление. Не слышали? А зря. Я вам передаю мнение специалистов. Сам буду делать, если повезет. Вы безупречно выглядите. Это просто изумительный вариант. Я хочу, чтобы все выглядели так же. Что для этого необходимо? Необходимо заниматься спортом и приходить именно к нам. Почему это интересно? Потому что я обратил внимание, что женщина в 62 года выглядит просто изюм. Шерон Стоун, посмотри, как она выглядит. Это просто обалденно. Почему наши не умеют это делать? Потому что наши женщины ленятся. А это очень плохо. А мы это можем сделать, да? Потому что у вас есть такие отличные салоны. Я просто даже нигде не видел таких салонов, что они в городе-то Магнитогорске появились. Это очень хорошо, что телевидение наконец-таки включилось. Правильно? Это точно. Въехали, да? Если нет, это вообще не дешево, но это работа для вас. Для того, чтобы было интересно. Так вот, назовите мою фамилию и будет удовольствием. Почему? Очень просто. Вы узнаете то, что не может демонстрировать вам интернет. Телевидение круче однозначно. Так вот, крутизна в чем проявляется? А в том, что при сумме однократного посещения бани, коих много, еще раз говорю, вы в течение месяца въезжаете, месяца, а не 2-3 часов, получаете удовольствие однозначно. Это и лучшая форма тела, это снятие никому не нужного жира, в том числе и слях и пузения. И если честно, я видел красивых лицом женщин, но тела-то не было. Я понимаю, о чем идет речь, но тело – это ваше большее удовольствие. Вы въезжаете? Тут сложностей нет. Специалисты вам все подскажут. Это несложно. Но вы немного въехали в оконцовку. Да я такого не видел. Не видел и все. Есть варианты, когда из нормального бассейна сделали нечто. Это я про аквапарк говорю. Я не против такого, но можно было бы сохранить и приумножить. Здесь не просто от винта, заводиться здесь надо. Качнули тело, а затем все спа-процедуры. Переведу спа, надоело переводить. Так вот, от и до. Бегать никуда не надо. Соляные пещеры, хамам, финская, русская баня и бассейн. Да где? Да как? Хотя при наличии отеля здесь есть все. Город любимый, небольшой. Это и для горожан, и для гостей. Круто, безумно. Рекомендую всем. Да, я ничего не понимаю, но я вам скажу. Сумма, в принципе... Ну, давайте мы определимся, что вам в этой жизни необходимо. Первоначально вам необходимо быть красивым, стройным, энергичным и нормальным человеком.
не сидеть, не думать, что ваша машина должна быть круче, чем у соседа, а заниматься именно самим собой. Я бы, конечно, бы это дело сделал, может быть, мы это дело и сделаем, но обратите внимание, есть все, от и до, сумма 4000 рублей вместе с бассейном. Это, в принципе, небольшая сумма. И даже вам ехать-то никуда не надо. Вы сюда пришли спокойненько, получили максимальное удовлетворение. Не въезжаете? Есть бани, спа, русская баня, хамам, соляная. Да все есть. Вы еще перед этим покачаетесь как следует. Потом еще, искупнувшись, естественно, под нормальным душиком, пройдя все мои процедуры, которые я вам только что перечислил, будете купаться. Вообще просто изумительный вариант. Я почему этого дела нет в моем районе вокзала? В принципе, город небольшой. В принципе, я даже знаю маршрутку, которая от вокзала до сюда дойдет. И, наверное, а почему бы и нет? Потому что я вижу качество, я вижу результат.